47-летний спортсмен сообщил о радостной новости в соцсети. Павел Буря – настоящая легенда хоккея. За свою скорость спортсмен получил прозвище «Русская ракета». В 2005 году он завершил карьеру и посвятил себя семье. Уже 9 лет хоккеист счастлив в браке с Алиной. В ноябре этого года стало известно, что 32-летняя жена Бури беременна. Первое время супруги скрывали тот факт, что скоро снова станут родителями, но позже спортсмен поделился снимком, на котором видны изменения в фигуре Алины. Больше по теме, жена Павла Бури ждет третьего ребенка, знаменитый хоккеист скоро станет многодетным отцом. 29 декабря Павел сообщил, что стал отцом в третий раз. Он опубликовал фото с новорожденной дочкой, которая появилась на свет 28 декабря. «Нашу семью поздравил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Спасибо моей любимой жене еще за одно чудо», — написал хоккеист. Поклонники принялись поздравлять пару с прибавлением в семье. «О, какой подарок к Новому году! Мои поздравления! Какая радость! Счастье вам! Поздравляю, Паша! Пусть ребенок растет здоровым», — прокомментировали пост пользователи соцсети. Алина также в своем микроблоге поблагодарила мужа за дочь. Напомним, что влюбленные познакомились несколько лет назад во время отдыха в Турции. Избранница Бури родилась в Набережных Челнах, но высшее образование получила в Москве. Она окончила факультет международных отношений Плехановской академии. Перед свадьбой спортсмен встречался с Алиной 1,5 года. Примечательно, что предложение руки и сердца он сделал ей в новогоднюю ночь. Супруги уже воспитывают 5-летнего сына Павла и 3-летнюю дочь Полину. А теперь они стали многодетными родителями. Сын Бури родился в Майами, а дочь — в Подмосковье, в клинике Лапина. По всей видимости, третий ребенок Бури родился в одной из клиник в Москве.